Она с одной стороны пугается, с другой стороны насторожилась. Мне сначала показалось, что малыши лежат как мертвые. Я хочу сесть в эту крапиву и заплакать. Я ненавижу себя сейчас. Нужны приключения! Все в волдырях. Сейчас я ее накрою курточкой и еще чуть-чуть, малышечка, потерпи. Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои самые разные питомцы. И наше с вами, ребята, эпичное Мэджик-лето продолжается. За эту неделю произошло очень много всего. Мы стараемся для вас придумывать интересные и креативные видео. И я наконец-то купила, привезла, поставила, собрала, наполнила бассейн для собак. Он огромный. Но все оказалось совсем непросто. Это была целая эпопея. Я хочу рассказать вам об этом отдельно. Но самое главное — это то, что он теперь у нас есть. И он просто огромный. Сейчас он накрыт крышкой. И я хочу учить собак в нем плавать. Посмотрите, насколько он большой. Какая маленькая ее мечу в нем будет. Просто капец. Так что, ребят, если вы хотите поскорее Юмичу такой ролик с бассейном, давайте соберем 50 тысяч лайков, и он будет прямо вот следующий, сразу после этого и выйдет. Давайте постараемся, я знаю, вы можете, вы на предыдущем видео собрали очень много. Вы нам помогаете, а мы стараемся для вас снимать крутые, эпичные видео, да, покемон? И я купила даже для бассейна, я очень хочу попробовать вот такую вот доску. Это, по сути, получится, это серфинг для собак. То есть есть большой серф для людей, а это серфинг для собак. Софиша, давай, залазь на него. Вот молодец. Я хочу попробовать учить собак плавать в бассейне на вот этой вот доске. Я вообще, когда бываю на море, очень люблю сапы. Знаете, такие доски для серфинга, только на них плавают с веслом. И у нас здесь есть река, я хочу себе такой купить. Но для того, чтобы плавать на нем с собаками, нужно научить собаку стоять на доске. Конечно же, я буду учить их и на сапе плавать прямо в речке, но для начала я хочу научить их стоять на такой вот доске небольшой в бассейне. Я в комментариях прошу вас написать, что бы вы выбрали, можете прямо по пунктам. Потому что первое — это вот обучение на серфинге. Второе — я купила кучу всяких мыльных пузырей, в том числе гигантских, и хочу устроить мыльно-пузырную вечеринку, посмотреть на реакцию не только собак, но и кисы Алисы, кошки. Мне кажется, это будет что-то эпичное. А еще вот такую вот штуку. Это помповое ружье, из которого вылетают такие маленькие легкие шарики. И я хотела устроить челлендж для собак. Кто сможет их ловить быстрее всех? Пишите свои идеи в комментариях, а мы будем стараться их воплощать как можно быстрее, как можно круче в новых эпичных видео. А сегодня, если вы следили за нашими инстаграмами, то вы знаете, что у нас произошло очень много событий за эту неделю, очень много планов на это лето. Просто капец, что происходит в доме. Так вот, сегодня... За это время я заметила, что поведение Юмичу очень изменилось и не в самую лучшую сторону. Она стала очень-очень непослушная, но самое главное, что мне не нравится, это то, что она стала очень сильно строить собак. То есть Мишу, Софишу, она считает себя самой главной, самой тут важной просто. Если вы смотрите наши ролики давно, то вы знаете, что я против какого-то насилия над собаками, каких-то жестких воспитательных вещей. То есть если ваша собака вдруг перестала вас слушаться или как-то себя ведет не так, как вам нравится, нужно каждый день уделять ей 15 минут на какие-то вещи в виде тренировок и дрессировок. И вы уже обратите внимание, что через пару раз она уже начнет становиться адекватнее. Что это просто вообще? На самом деле у меня в руках лакомство. Да, и вот это вот психоз происходит именно из-за него. Лакомство нашего любимого корма Платинум. Именно оно лежит у меня тут в сумочке. Вот, насыпаны вот такие вот маленькие, красивенькие вкусняшечки. Они продаются в пластиковых баночках таких круглых. Их там достаточно много и очень удобны для вот дрессировочного кормления. То есть они маленькие, собака их быстро съедает. Не надо ничего отламывать, откусывать. Берешь горсточку и по одной за что-нибудь выдаешь. У меня они закончились, к сожалению. Это вот последние, которые у меня остались. Их я с собой возьму, но мне нужно побольше, поэтому придется взять немного и корма. Я его тоже часто использую как дрессировочный, но он чуть покрупнее, чем лакомство. Лакомство вот эти вот все-таки удобнее намного. Собаки очень любят работать за корм, но за лакомство они просто обожают. Даже Миша, как вы видите, готова делать что угодно, потому что они очень вкусненькие и полезненькие, здоровенькие, настоящие, натуральненькие. Так что придется заказывать, потому что у меня уже закончились они. Для всех, кому интересно, я всегда в описании оставляю ссылку на Платинум, вот там внизу, поэтому не надо много
много раз спрашивать, можете просто там все проверить. Как вы помните, мы нашли гнездо аистов. И я снимала его на дрон. Сегодня у меня вот там вот в рюкзачке дрон тоже будет с собой. Потому что недалеко от дома, в пешей доступности, то есть там мы ездили на машину, и я снимала, показывала, как родились птенцы и все такое. Тут, недалеко от дома, я увидела вдалеке двух аистов-подростков. Таких небольших, не крупных. У них не гигантское гнездо, как то. Но я думаю, что там тоже есть дети. И мы сегодня с Юмичу пешком отправимся туда. Не на машине, а пешком. И по пути я буду с ней заниматься. Ну что ты делаешь, а? Что вот что ты делаешь, а? Я не дам тебе из сумки воровать. И не забывайте скорее подписываться на наш канал, потому что мы продолжаем наш путь к 3 миллионам. Вот, пошла сама с собой. Угу. Вот сейчас я как и спрячусь от нее уже прямо сейчас. Потеряла меня, не вижу ничего. Мимо хотела пробежать, да? А что? Молодец, нашла меня. Умница, молодец. Нельзя далеко от мамы уходить, а? Как только собака подошла, сразу ее похвалили, дали вкусняшку. Тогда она знает, что когда она рядом с вами, она получает лакомство и похвалу. Молодец, мой покемон! Здесь, в этом озере, мы с тобой, Юмичу, купаться не будем. Во-первых, потому что здесь грязновато стало, а во-вторых, это озеро оградили огромным забором из колючей проволоки. Просто вот так вот жестко по всему периметру озера. Это та самая труба, в которой когда-то мы тренировались. Вот там вот в том конце озера мы плавали и... Здесь повесили надпись: частная собственность, проезд и проход запрещен. Вот там вот уже гнездо. И походу я вижу, что там аист сидит. Юми опять от меня убегала, но все-таки решила вернуться. Что? Да, вот, на вкусняшку. Я говорю, иди сюда, всегда вместо команды ко мне. Многие говорят команду ко мне, я использую иди сюда. Юмичу, сидеть. Нет, я не просила тебя, сурикатика, делать. Сидеть, молодец. Лежать. Кстати, по поводу команды лежать. А кто тебе разрешил вставать? Кто разрешил вставать? Лежать. Вот, молодец, лежать. Вставать никто не разрешал. Лежать. Лежать. Молодец. Вставай. Можно. Молодец. Очень часто собаки, которые могут делать все команды, отказываются именно лежать. Или очень быстро встают, или ложатся на несколько секунд, и потом стараются как можно быстрее встать. Так делает Эйвен. Миша вот так не делает. Это говорит о том, что собака не очень хочет подчиняться. То есть я буду делать вот это, вот это, вот это, а вот лежать, это значит прям подчиниться полностью, потому что нужно полностью лечь перед хозяином. И Юми не всегда с охотой это делает. Софи, она умеет подчиняться. Мишка, она очень легко ложится и может лежать очень долго, потому что она, в принципе, такая собака недоминантная. Юмичу, она же хочет быть лидером, она самая главная, она командир, и лежать для нее это типа совсем прям уж как бы подчиняться. Так что обязательно, если ваша собака отказывается ложиться или лежит недолго и сразу сама встает, почаще тренируйте этот момент. Рядом, рядом, вот молодец, идем рядышком. Не бежим вперед меня, нет. Останавливаемся, когда я стою, и идем со мной. Поняла? Пойдем. Юми, не бежим вперед. Идем рядом. Без поводка, дочка. Просто рядышком. Учимся ходить рядышком, да? Как ты в городе будешь гулять? Бежать вперед меня на дороге, на машине. Юми! Юми! Рядом. Вот на эту сторону, да. Мы ждем. Молодец. Ай, умница. Молодец. Пошли. Идем рядом, не бежим. Можешь гулять, да? Давай, иди. Пошла гулять. В принципе, мы дошли. Я сейчас нахожусь прямо напротив водобашни с гнездом. Сейчас буду доставать дрон. До этого устроим небольшую тренировочку на принеси. Принеси. Давай. Вот, молодец. Умница. Принеси. Давай, давай. Ищи. Вот, молодец, молодец. Юмичу, а теперь кину далеко, далеко кину. Тебя не обманешь, да, ты хитрожоп? Юмичу, сейчас очень далеко кину. Неси. Зарылась в траву, надеюсь, сейчас найдет. Юми, давай. Ай, молодец, ай, молодец. Следи, следи, чтобы не потерять. Вон они, аисты. А где покемон-то?
Ты чё? Юми, ты чё шутишь? Ты в лужу забралась? Стоит в луже! И мячик твой тут же. Ты его нашла, да? Господи! Стоит и улыбается дальше. Из лужи вылазь! Грязная, мокрая, грязная собака. Зачем ты это сделала? Зачем ты это сделала? Посмотрите на эту рожу довольную, а? С грязными лапами, а? Нет, вот скажите мне, что за радость быть обосранным, а? В отличие от того гнезда, к этому гнезду можно подойти очень близко. То есть оно прям вот оно. Вы вряд ли слышите, но аист издает очень такие прикольные звуки. Трещит клювом. Кто это, Юми? Она с одной стороны пугается, с другой стороны насторожилась. Пугается, потому что она убежала с той стороны сюда. Ну что, кто это такой? Она его видит, потому что в отличие от тех аистов, которые как бы ну, недосягаемы, здесь они прям видны. Вот ты стоишь прям под ними и смотришь. Полетела куда-то или полетел. Днем вроде мальчики на гнездах сидят. Кружит. Кружит. Я нашла более-менее плоскую площадку для дрона, потому что если его пихать в траву, как я это делала уже, у меня есть такой опыт, у него вся камера пачкается, потому что он своими лопастями просто уничтожает траву вокруг, как газонокосилка. Поэтому желательно вот где-то, где поменьше травы, его расположить. Это он пищит, что я рядом стою. И, ребят, у меня тут написано, что... Я забыла вставить в дрон карту памяти, походу. Капец, то есть я не запишу все, что сейчас сниму. Серьезно? И надо было забыть вставить карту памяти в дрон. Знаете, вот это чувство, когда ты уже ждал, надеялся, уже вот это вот чувство предвкушения и обломался. Вот я сейчас реально так себя чувствую. Ну, в общем, я сняла что-то, и там было написано, что эти кадры записались в память дрона. И слава богу, оказалось, у дрона действительно есть своя личная память без карты. И ее не так много, чтобы снимать долго, но мне все-таки удалось заснять наше новое второе гнездо аистов, которое находится недалеко от нашего дома. И если вы помните по прошлым влогам, предыдущее гнездо было просто огромное, а значит, ему много лет. А это совсем небольшое, свежее. И аисты, хозяева этого, намного меньше, чем те. Но зато в том гнезде было всего два аистенка, а тут целых три. И они уже довольно подросли. Но еще не такие взрослые, а значит, нам удастся следить за ними и словить тот момент, когда они начнут учиться летать. Пока я снимала, аист временно улетал из гнезда и потом возвращался, и, как вы помните, я уже говорила, аисты любят селиться в шумных местах вблизи людей, и своих малышей они не бросят. Скорее всего, он воспринимает дрон как какого-нибудь сокола или орла, которые тут кружат постоянно, и они к ним уже привыкли. Мне сначала показалось, что малыши лежат как мертвые, но нет, приглядевшись, можно заметить, как они дышат, значит, они просто лежат и отдыхают, может, спят. Зато теперь у нас с вами появилось новое гнездо для наблюдения, в котором больше малышей и за которым намного проще следить. Очень хочу словить момент, как они будут учиться летать, это так круто выглядит. А знаете, мы даже можем с вами дать этим аистятам имена и попозже попробовать их приручить. Ладно, не падаем духом, мы же мэджики, устроим Юмичу бегательную, пробежечную тренировку. Кто быстрее добежит до вот той заброшки? Да, я быстрее! Фу, ну ты меня прям догнала практически тут же. Ну, покемон ты даешь. Правда, мы не до этой заброшенной конструкции добежали, а на вон она. Но я тут, знаете, что заметила? К ней ведут следы машины. То есть автомобиль проделал туда следы зачем-то. Кто-то ехал. Покемон как кролик пробирается. Я когда видела вот это вот гнездо аистов издалека, я думала, что на самом деле оно стоит на вот этой заброшке на крыше. Там оттуда не видно вот эту вот водобашню. Поэтому... Я предполагала, что оно здесь находится. Следы машины закончились вот тут, а дальше начался человеческий след, то есть одна тропинка. Непонятно, зачем они сюда приезжали. Короче, это жесть, ребята, нашли на свою жопу приключений. В общем, мы решили обойти ее, чтобы сократить путь домой. Я думала, что эта высоченная трава закончится, но она не кончалась, не кончалась. В итоге мы забрели
в крапиву высотой с нас ростом. Я уже надела куртку. Всегда говорю вам, берите с собой воду, хотя бы для собаки, если не для себя. Но я думала, не рассчитывала, что влог так затянется. Покемона я тупо несу на руках, потому что она не проберется сквозь эту траву. Она выше меня ростом. Это жесть, у меня сейчас случится паническая атака. Потому что это капец. А-а-а, еще все жжется. Да, покемон, терпи. Тут еще ямы какие-то в траве. То есть я прохожу сквозь них и проваливаюсь. Как нам выбраться? Придется тупо идти обратно. Но обратно просто очень далеко и очень тяжело. Мы просто идем сквозь крапиву. Кто бы мог... жжет руки. Подумать, что это... Так, адско! Юми, нести, у меня сейчас рука отвалится. Просто посмотрите на эту высоту. Я не понимаю, куда я иду, нахрена? Надо было просто идти обратным путем. Нафига было сокращать, Аня? Я нашла какую-то колонну в этой крапиве, на которую мы залезли с Юмичу, чтобы посмотреть вокруг, куда нам идти. О, у меня все жжет, все тело. Нафига мы пошли тем путем, покемон? Скажи мне, что я у тебя за дура. Надо было обратно идти обратной дорогой. Я хотела с нее посмотреть, есть ли конец этой крапиве. Или нам реально возвращаться тупо назад. И я не вижу конца. Все, это пипец. Юми, как настоящий герой, держится. Держится круче моего даже, потому что капризничать не может. Давай, иди ко мне. Иди сюда. Давай, прыгай на меня. Давай, 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 спускайся. Вот, скажи, тренировочка, никаких искусственных заданий. Давай, иди сюда, иди ко мне, не бойся. Давай, давай, молодец. Ай, молодец. Очень эпично только что Юми прям запрыгнула на меня, молодчина. Вот это просто сейчас, реально. Я хочу сесть в эту крапиву и заплакать. Я больше всего переживаю за то, что у Юми случится тепловой удар. Это самое опасное и страшное. Я надеюсь, что этого не случится. Я пытаюсь как можно быстрее пробираться обратно, чтобы свалить домой. Нафига я залезла? Пошла другим путем. Я ненавижу себя сейчас. Это просто ад. Я пытаюсь Юми держать высоко над крапивой. Скажите мне, зачем Мэджик вечно нужны приключения? Тут везде какие-то кирпичи старые, как будто тут какое-то здание было. Вон там тоже кирпич, они крапивой заросли, походу. Мы просто с Юми мама! Кто это? Провалились в яму с крапивой. Тут какие-то мухи! Усы! Юмичка. Так, ладно, нам сейчас надо вылезти отсюда. Я сделала последний рывок. Вытащила нас из ямы, выбралась. Взяла Юми вот так вот на руки, наверх подняла и понесла, поэтому по камеру пришлось убрать. Капец. Истерическое, полусмех, полуслезы. Вот штаны грязные, как мы выбирались. Все ноги в красных волдырях от крапивы. Из этой ямы выколупывались. Я по стенкам, по сути, лезла этим кирпичным. Просто ужас какой-то. Посмотрите на руки. Они все отекли, опухли, все в красных волдырях. Не знаю, видно ли вам вот руки, просто вот локти, все в волдырях. В огромных, все горит. Ноги! Какая я тупая! Надо быть такой тупой просто вообще. Сократить, пойти в обход по-другому. Благодаря тому, что я несла ее на ручках, нигде у нее волдырей нет. Да, даже на носу, и вообще она не обожглась. Но я боюсь за нее в плане теплового удара. Сейчас я ее накрою курточкой и бегом домой. Еще чуть-чуть, малышечка, потерпи. Я не хочу, чтобы она шла сейчас пешком по жаре сама. Я ее несу быстро. Как могу просто домой. Ну что, ребят, эпик влог, блин. Как всегда, все через жопу у меня. Что, почему? Ну, Юмичу вроде нормально себя чувствует. Она идет, даже отвлекается на траву, на то, чтобы пометить каких-то других собак. Так что я надеюсь, с ней все нормально. Сейчас дома охладимся, попьем воды, и все будет в порядке. Короче, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мы идем к 3 миллионам, очень хотим их заслужить. И переходите по ссылке на новый ролик на канале питомцев Magic Pets. А мы бегом домой.